Грязный? Грязный. Безобразие. Вообще, не что такое? Выдай тряпки и ведро, что я сейчас сделаю. Вот у нас батальон есть, он готов. Что, всех эвакуируют. Шишки сидит. Он покажет. Поэтому. Короче, ребята, надо вечер. Ну как все произошло? Пошли канал уравнять в яму, ну эту могилу. А земля как обсыпалась, это самое, ну вот за вчерашний день. Железка торчит, ну а земля-то все оползает, вот она и вывалилась. Думали, что такое. И начальникам сказали, они позвонили в МЧС, ну и все. А здесь как-то проходили, это щупом сказали, что что-то обследовали, нет? Землю-то как перед тем, как рыть? Никто, она глубоко лежала, что-то там щупом 2 метра. Не достанешь такой глубины. И, в принципе, сам котлован, уже сама яма, она была готова. То есть да. Это последнее приготовление. Да, она вырыта была уже все. Ну вот что за вчерашний день. Ну, оползает эта земля-то. Вот мы полезли, ну, подравнивать, там разравнивать, ну, планировку делать. Вот она и торчит какая-то железка, а земля-то вся рушится, вот она и вывалилась. Ну и все. Большая, да, сама по себе. Ну, примерно с метр. Где-то, ну, чуть поменьше. Килограмм, наверное, на 70 такая. А до этого приходилось уже на этом участке обнаружить боеприпасы? Вот такие серьезные. Да я вообще тут раньше не работал. Я знаю, что в 70-х годах, когда эту заправку делали, трактор ходил, ну, планировку делал, там склады были, там столько этого боеприпасов было. Я видел такие горы, ну, это еще в детстве, я в школе учился. Вот. Горы этих гранат лежали, они без запалов, ну, просто пустые столом. Много очень там было, ну, где перед кладбищем, там заправку, ну, вот на этом месте. В 70-х, что я там в школу только пошел.